Фермеры Чак и Деп Бельда получили больше, чем могли пожелать, когда одна из их коров отелилась. Пара владела несколькими акрами земли, поэтому животные могли свободно перемещаться по ферме. Таким образом, фермеры надеялись на то, что созданные ими комфортные условия приведут к появлению на свет телят. Чак и деп были бы невероятно счастливы к появлению в стаде своих коров малыша. Они хотели вырастить теленка с добротой и заботой, с которыми они относились ко всем животным на своей ферме. Однако, когда одна из их коров по кличке Му отелилась, Чак и Деб были потрясены фермеры, не верили своим глазам. Они даже не могли себе представить, что их новый приплод по невероятной причине войдет в историю. Семья Бельда ухаживает за своими полями с 1882 года. Поколения фермеров сменялись, сохраняя уважение к земле и природе. Они культивировали землю, выращивали животных и делали все возможное, чтобы свести концы с концами ведь фермерская работа была и остается тяжелым трудом. Так было в далеком 1882, так и остается по сей день, несмотря на появление новых технологий и сельскохозяйственных инструментов. Однако родившиеся и выросшие на ферме Чак и Деп были полны решимости продолжать семейные традиции. Поэтому, когда одна из их коров забеременела, пара с радостью ожидала появления на свет нового теленка. Еще до того, как му отелилась, дочь Дебби и Чака, Джейми, заметила, что живот этой коровы был намного больше, чем в свое время у других беременных коров. Мама заметила, что корова была большой, но не придала этому особого значения. Близнецы у животных рождаются довольно часто, сказал Джейми в интервью радиоканалу Миннесота Паблик Рейди. В начале года на ферме родились телята-близнецы. К сожалению, они появились на свет в апреле, когда стояли сильные морозы и не выжили. Но когда му отелилась, вся семья была потрясена количеством, появившихся на свет телят. Ни один, ни два, даже не три. На ферме Чака и Деб появились аж четыре теленка. Семья всеми силами старалась помочь новоиспеченной маме, заботилась о малышах и молилась, чтобы все они выжили в первую ночь. Родившиеся телята были совсем крошечными и поэтому не могли кормиться от матери. Тогда Чак и Деб взяли на себя функцию кормильцев и давали телятам необходимое им молоко днем и ночью. К счастью, телята были намного крепче, чем казались, все четверо выжили в первую ночь, и сегодня они пребывают в отличном состоянии. Даже самый младший член клана Бельда иногда помогает старшим на ферме, когда дело касается работы с телятами. У людей четверняшки рождаются редко, а для коров это можно назвать настоящим медицинским феноменом. Такое происходит приблизительно раз из 700 тысяч отелов. В дополнение к этому, согласно ветеринарной справке, шансы на то, что все телята родятся живыми равны, 1 к 11,2 миллионам. Поэтому можно с уверенностью сказать, что на ферме семьи Бельда случилось настоящее чудо. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.